Соревнования для сильных духом и интеллектом. В субботу на базе Ивановского энергоуниверситета организовали турнир для начинающих разработчиков программных продуктов «Прокон». Участники – студенты, всего 4 команды. Для этих ребят компьютер не только игрушка или устройство для выхода в соцсети. Мероприятие называется «Прокон», это сокращение от «Programming Conferential». Вот, соответственно, задание у ребят – разработать программный продукт или концепцию программного продукта по взаимодействию преподавателя и студента. То есть это может быть все, что угодно. Здесь они не ограничены в выборе площадки, платформы или в направлении и идеи самого продукта. Ограничено только время выполнения задания. У ребят есть 4 часа на разработку концепт-документа будущей программы. Команда Ивановского химико-технологического университета замахнулась на создание за отведенное время полноценной рабочей программы. Мы планируем за сегодняшний неполный день сделать полностью готовое веб-приложение для взаимодействия преподавателей и студентов. А конкретно это интерактивное расписание, где преподаватели могут сразу заполнять задания для студентов, и студенты будут моментально видеть данное задание на веб-приложении, так и на своих мобильных устройствах. Такая смелость вполне оправдана. Турнир – отличная возможность выделиться и быть замеченными крупными компаниями-разработчиками IT-продуктов. Самых дерзких и талантливых молодых программистов позовут на стажировку. А это первый шаг к будущим большим достижениям. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.